Друзья, всем привет! На связи Дима Жижерун, за камерой Саша Фаус, все стандартно. Хотел бы начать этот выпуск со слов, что почти каждый выпуск я пытаюсь импровизировать. Но делаю ли это я хорошо? Узнаем мы сегодня от нашего гостя, так как у нас сегодня в гостях Александр Олешко. Это актер и это учитель по импровизации с популярного в Украине театра «Черный квадрат». Так что сегодня будет максимально творческий выпуск. Присаживайтесь, там попкорн, чипсы, что хотите, берите и начинаем. Саш, ознакомился с информацией о тебе в интернете. И есть много вопросов. И первый, это ты окончил МВД, криминалистика. Да. Потом как-то перешло в рекламу у тебя. Да, перешло в рекламу, потом перешло в импровизацию, гештальт, да, это все. Вот мне интересно твое начало, это была твоя мечта быть как-то правоохранительным органом или... Вот не могу понять вот эту цепочку. Я с детства мечтал быть юристом. Угу. У меня была детская какая-то такая картинка, я где-то увидел в каких-то фильмах, как они выходят, отстаивают, что-то там рассказывают, это все феерично, круто, думаю, огонь, хочу. Потом я понял, что юриспруденция с выступлением в суде ничего не имеет сильно общего. Вот, и таких, это, ну, другой подход. И я понял, что как бы не мое вот эти все бумажки. И после окончания мне очень нравилась экспертная служба. Вот, очень романтичная профессия. Романтики там зашибись просто, круто как. Вот, но потом я уволился, ушел, понял, что тяжко найти работу бывшему милиционеру. И не сильно эксперты нужны на рынке вне уголовных дел. Пошел в продажи. В продажах я начал продавать рекламу, стал учиться в это все, вникать. Работал в компании партнер Гугла, один из самый первый сертифицированный на рынке Украины тогда был. Пам-пам-пам, потом ушел в другой проект, потом своя строительная компания, потом ее закрыл, потом свои рекламные, дизайнерское и типа консалтинговое агентство небольшое. Вот, потом это все убрал в тренинг и так далее. Ну, где-то там по дороге научился, обучился в театре импровизации и на гештальт-терапевт. Сколько лет у тебя заняло обучение и практика? Ну, работа, точнее, в МВД именно. Ну, учился я 4 года и год магистратуры, 5 лет. Ага. Это шестидневка, то есть у меня было в день по 5 пар, 6 дней в неделю мы учились, поэтому 5 лет. И потом, вот ты говоришь, что начала потом, работа, да, или потом, начала потом, даже? Потом, потом, перед написанием курсовой на специалиста у нас была стажировка 3 месяца, то есть мы работали. Потом я пошел, после стажировки я выпустился как специалист, ушел в магистратуру. И в магистратуре я как-то подразочаровался. Я понимаю, что система, ну, как-то не моя, не мое. Вот, что я поработал, посмотрел, как это, что это в реальности, а не в книжках. Вот, все, ушел. А что ты ожидал? Какую систему ты хотел, а какую получил? Слушай, я был малым тогда еще. То есть я не понял. Я пошел, понимаю, что вот там юриспруденция вроде интересна. Плюс физуха. Я был таким задохликом очень сильным. Я от всего болел. Все там у меня болело. Такой думаю, надо становиться мужиком. Думаю, пойду в МВД. А где же еще бегают кроссы, там форма и так, чтобы не покалечили, как в армии. И вот такое у меня было волевое решение. Вот. Ну, вот как-то так. Дальше у тебя была рекламная кампания, то, что я читал, там 100 сотрудников было. Да, я работал, я пришел менеджером по продажам в компанию UCT на то время. Она начинала набирать обороты. Там было, что-то я пришел, было человек 7. Вот, через 2 года я стал коммерческим директором, у нас было уже человек 60. Потом генеральный, у меня 100 было в подчинении. Большой отдел продаж. Для таких компаний там нормально отдел продаж человек там 10. У нас было 60. То есть это была большая компания, самая большая по оборотам Гугла в СНГ. Гугл начинал развиваться в то время. Ну да, да, работал. Что бы я ни спросил, ты ответишь, мы кочевники, да? Почему у вас нет жены и детей? Мы кочевники. Есть. Есть жены и дети? Есть. Вот двое. Где ваша мама, да? Хорошо, я шучу. Саш, да. Рекламные кампании, там как бы более все понятно, как это все работает, все процессы.
Потом ты говоришь, попал в театр импровизации. Да, от скуки. Я вот как раз работал в рекламной компании, я в рекламное агентство. Mm-hmm. Да. То, что сейчас называют digital. Mm-hmm. И стало скучно, потому что я был гендиром, процессы были поставлены. Меня позвал собственник, говорит: Саш, нас все устраивает, там меня, там и младшего партнера, все mm-hmm. устраивает, все круто, типа, вот, находись на работе. Mm-hmm. Все, ты вот прям справляешься, огонь, не переживай ты, мы ничего там, не это, не то. Я понимаю, что ну, я просто сижу и там забираю деньги в конце. Просто перевожу их в доллары, потому mm-hmm. что там на 25 лет я не знал. Ну, можно было, наверное, машины покупать, мне не хотелось тогда машину. Типа собирал на квартиру, угу. просто переводил доллары себе, да и все. Вот. А потом понял, что упираюсь в потолок, как-то мне, ну, что я человек, который не может сидеть просто на бабле, хоть и работа нравится, но нет вызовов каких-то. Угу. Ну, как-то все уже понятно, а я такой человек с идентичностью не директора, а предпринимателя. Mm. То есть мне надо что-то создавать постоянно, движение, творить, движуха. Движение. Да. Без движухи я загибаюсь, никакими деньгами меня потом не заманишь, если я начинаю грустить. Вот. И случилась вот эта штука, что мне взгрустнулось, я понял. Потом мне там пришлось потерпеть еще, потому что помог родителям купить дом. Mm. Вот это важно, там кусок денег надо было. Вот поэтому я поотбивал долги и все такое. И думаю, ну все, надо. Говорю, буду я уходить. Они такие, ну окей. Mm. То есть думаю, там, если там предложат что-то, долю, еще что-то. Ну, такие, ну окей. Ну, думаю, нафиг надо. Вот. Ну и пошел другой проект. Вот. В электронные деньги. Потом ушел с электронных денег и пошел делать свою строительную компанию. В электронных деньгах какой опыт получил? Очень такой. Я понимал, что что-то. Какой-то запах будущего. Мы говорим о биткоине сейчас? Нет. Или еще до биткоина? Это до биткоиновский период. Кошельки. Еще электронные кошельки. Mm-hmm. Да, электронные кошельки, которые были для процесса вот, покупки, оплаты там, в терминалах. Mm-hmm. Вот это все. Все, что происходит в терминалах, оплата, либо пополняшки телефона, оно все проходит через электронные mm-hmm. деньги. Вот. И вот эта технология как раз тогда развивалась. Но я понял, что это как бы не мое. Ну вот оно мне, ну я не очень в этом понимаю, куда я не понимаю, что мне лезть, и я ну, здесь не стану. Я не буду кайфовать, небольшой результат я какой-то не дам. Значит, нафиг это надо. Если там я понимал в управлении людей, в рекламных компаниях, как это делать, там у меня была экспертиза, то здесь я даже не хочу эту экспертизу нарабатывать. Mm-hmm. Так как у вас много про криптовалюту, mm-hmm. да, я вспомнил свой первые знания про крипту, очень такой опыт, который... был. Вот я работал в этой компании, как-то я пошел на какую-то конференцию, mm-hmm. ну, как обычно, какая-то рекламная. И на этой конференции выступал один дяденька, сейчас не помню его фамилию, из UA-мастера. Mm-hmm. И он рассказывал, вот появилась такая штука, биткоин, такие, что это? Вообще, без дупля, это какой-то 2004. Нет, подожди, нет, вру. Да, что-то около 11-10. Mm-hmm. Ну вот, да, не 4, наверное. Можно высчитать, сейчас не вспомню быстро. Mm-hmm. И вот он рассказывает на этой конфе, значит, и там вот они майнятся как-то, там биток тогда стоил меньше доллара. Ну да. Что-то центы какие-то. Я думаю, прикольно. Он говорит, вот за этим может быть будущее, ла-ла-ла-ла-ла. Думаю, надо пойти после этого его выступления, спросить, как купить. Mm-hmm. И, ну, у меня же денег есть, проинвестировать 100 баксов, пусть валяет. Что мне 100 долларов? Доллар по 5 был или меньше, не помню. Ну-ну. Вот. А потом понимаю, что как-то очередь возле него, куча людей. Думаю, не пробьюсь. Ну и хрен с ним. Сейчас так смотришь на курс, да, думаешь? Да. Да. Можно было. Думаю, что за 100 долларов, да, биткоинов 300 было бы на тот момент. Ты с нами сейчас бы не общался, потому что... Ну, слушай, не могу сказать, что я там прям убиваюсь этим. Ну, хрен с ним, да. Я зарабатываю тем, что я люблю. Вот это меня греет, понимаешь? Если бы этого не было, наверное, может быть, я бы убивался. Так, а смотри, МВД, криминалистика, 6 лет, да, в общем, получилось у тебя? Ну, типа 5-5,5, что-то такое, да. Ну, до 6 там возьмем практикой. Дальше ты являешься психотерапевтом. Когда я пошел на театрала учиться, ага. в театральную студию, тогда же я и пошел в ту же осень. Это была осень первого, наверное.
да? Ой, 11-го. Mm-hmm. 9 лет назад. Это 11-й год? Ну да. То есть 11-й, 12-й год. Что это такое? Вот, вот в какой-то из этих годков как раз была эта осень. Mm-hmm. Вот, вот как сейчас. Только был октябрь, ноябрь. Ноябрь. В ноябре. Я в октябре поступил в «Черный квадрат». Mm-hmm. И в октябре или в ноябре было первое занятие у меня было на обучение гештальт-терапевта. А смотри, чем отличается, вот ты как специалист, да, ты говоришь, ты же все, что можно, изучил, ну, все, это, можно, где был. Знаешь, как говорит мой учитель, Жан-Мари Рабин, один из, ну, там нельзя так назвать, прям моим учителем, ну, я у него учился в Киеве, его привозил, Шевченко Юра. И он говорит такую прикольную фразу, говорит, я вот в одном институте поучился на гештальт, ему, сколько Жан-Мари, 70 с чем-то лет, и он всю жизнь изучает гештальт, всю жизнь. Вот, он учился еще... Он еще видел его основателя, или как минимум его жену, что-то там как-то. Вот. И учился в учеников Фрейда, да? Mm-hmm. Вот. И он говорит, я в одном институте учился, во втором, третьем, а потом я попал в французский институт гештальта, там какой-то, и понял, что он бесконечен. То есть невозможно, mm-hmm. как там, не знаю, до чего-то доучиться. Это бесконечно. Так же, как... Я считаю, что психотерапию искусством, а не наукой, невозможно это считать наукой. И так же, как ты пишешь картину маслом, вот когда можно сказать, что ты научился писать? Ну да. Но я считаю, что и учителя должны поддерживать постоянную практику. Да. Саш, какая была первая практика тебя именно по импровизации? Где ты начинал? Ну, наверное, это этюды, которые вот мы на сцене ставим. Mm-hmm. То есть учишься, а потом там есть как обучающий момент. Ты должен сделать какой-то этюдик минут на 10-15, что-то импровизация, ну, подготовить. Не просто импровизация, а вот именно постановочный, показать его вот, как экзамен. Вот. Поэтому первая практика – это этюд. До этюдов – это просто игры, которые внутри обучающего процесса. Потом эти этюды лучше отбираются, с них делаются этюдные спектакли на сцену для своих. Если это классно, то для зрителей. И вот так вот. Потом это постепенно может превратиться в спектакль. «Черный квадрат» – первый контакт у тебя когда с ними получился? Да вот когда и гештальт. Это сколько? Где-то 8-9 лет назад. Угу. И ты так быстро стал учителем по импровизации? Нет, через 3 года где-то. Первый год я чихлил, у меня ничего не получалось. Mm-hmm. Я понял, что я, ну, просто, наверное, один из самых или самый затянутый в группе. Через 2 месяца меня выгнали вообще. Mm-hmm. С одной группы меня выгнали, я пошел в другую. Таких, что-то там первая группа считала, что это отбросы. Вот так. Вторая, я думаю, пошли в жопу, буду. Я же пришел сюда разбираться с этим всем, буду пыхтеть. И год там я вообще ничего не понимал. Просто, ну, тупка была. Ну, год это как бы полгода учебных. Ну, учебный год, полгода жизненных, календарных годков. Вот, ничего у меня не получалось. Потом в какой-то момент я понял, как это работает. Вот я пыхтел, потом щелк. И понеслось. Что-то включилось, какое-то сознание пришло. И потом я начал ходить там на импровизационные штуки, там попасть на сцену. Есть просто такой формат плоты, когда 4 человека, там 5 команд по 4 человека, гонг, типа предыстория, что корабль затонул. И вот зрители сидят вокруг, и там бах, и выходит первая команда. И о чем бы говорили 4 человека, если они спаслись, у них еда, вода. И вот они ждут, что их вот вертолетик заберет скоро. Mm-hmm. О чем бы они говорили? Такой, знаешь, синдром попутчика. И вот это мне нравится. Это один из моих любимых форматов. Потому что я, когда прихожу играть плоты, я не знаю, с кем я играю. У меня 3 человека. Я могу их вообще всех 3 не знать. Могу кого-то из 3 знать. Но обычно я ни с кем из них раньше не играл, либо играл 1 раз. Mm-hmm. И вот нужно на ходу, после гонга, играть, не договариваясь, играть что-то, что не просто там трепаться, знаешь, там поговорим по душам, а что-то, что будет интересно зрителю. Mm-hmm. То есть надо создавать произведение. Вот это мы сейчас нравится. Говорим за театр, который театр, учился, импровизация, да? Или «Черный квадрат»? «Черный квадрат». Я учился в «Черном квадрате». А, это их все. Да, это все. Все. Я кроме «Черного квадрата» еще там был на курсах, тренингах, мастер-классах и актерских. Но это
основу дал «Черный квадрат». Ты там и актер, и учитель, правильно я понимаю? Я преподаю, да, я преподаю. Есть команда преподавателей, которые тренируют новичков, которые приходят. Я один из них преподаю. И поигрываю, прихожу. У меня есть спектакль, который мы сделали вчетвером. Я, Лена, Ира, Саша. Мы собрались как-то и сделали спектакль. Называется «Право налево», его можно в Киеве посмотреть. Вы гуглите «Право налево», смотрите, когда следующий показ, покупаете билеты, приходите. Вот это наш спектакль. Он собран по этюдно, с этюдов. Там, вот, комедия, такая ироничная комедия. А так и больше всего я люблю. Я же не профессионально этим занимаюсь. Я же не ставлю. Можно было бы еще делать спектакли, выступать, ездить. На гастроли. Я делал спектакль, чтобы по гастролям поездить, по фану, просто по приколу. Потому что основная деятельность у меня — это психология, гештальт-терапия, и это курсы образовательные для людей. Вот это основа моя, то, чем я занимаюсь. Все остальное — театр, это фан. Ну смотри, еще пару вопросов по театру, а потом уже перейдем к твоим курсам, которые на сегодняшний день есть. Да. «Черный квадрат». Почему, как ты считаешь, почему он стал таким популярным? Ой, хороший вопрос. Слушай, ну мне бы интересно было посмотреть, как он начинался. Потому что когда я пришел, он уже был в разгаре, а театру 15-20 лет. Слушай, сейчас скажу тебе, если где-то лет 20 ему, наверное. Почему я стал популярным? Во-первых, ничего такого другого не было. И первый феномен — это люди, которые приходят, которые когда-то хотели играть в театре, но сейчас у них семья, дети, работа. И идти поступать типа в Карпенко-Карова учиться, ну такое, но это же долго. А так ты в театр пришел, ну в студию, это правильнее называть это студия театра импровизации, да, в студию пришел учиться, и ты поучился, и ты получаешь все то же, не теряя лишнего времени. Вот, потому что, ну, если Карпенко, мы понимаем, что там обучение идет, там, условно, там, сильно, глубоко, профессионально, актерство и так далее, классическому, то «Черный квадрат» обучает импровизации. А для меня импровизация для реальной жизни, она ценнее. Ценнее быстрее мыслить, быстро приспосабливаться, быстро изменяться, согласно динамически меняющемуся миру, чем, ну, в классике отыгрывать все это. Ну, если так грубо. Вот. Поэтому это одна часть успеха. Бизнес-модель офигенная в «Черном квадрате». То есть что сделал худрук Анатолий Ниелов? Он взял два крыла. Он взял студию, начал их учить. Студия начала продуцировать продукты, какие-то этюды. Эти и формы какие-то. Эти этюды, формы начали продавать на зрителя. Зритель начал видеть. И это была реклама студии. Они видели и приходили в студию. Студия продуцировала спектакли. Зритель видел спектакли, хотел также, приходил в студию. И все это замкнутый цикл. И ты как бы создаешь продукт, и через продукт покупаешь посетителей, понимаешь? Ну, получаешь себе. У тебя и студия работает. Воронка. Да, у тебя воронка такая. Да, 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 да. Вот. Почему другие так не смогли? Я думаю, что дело в Ниелове. Ниелове, художественном руководителе «Черного квадрата». Все дело в нем. То есть он как-то смог на себе, на своей личности, своей харизме, своей уверенности все это запустить, удержать, сделать, довести до ума, вот, и так далее, и так далее. И это хороший у него предпринимательский такой подход. Ну вот именно как бизнес-модель, насколько прибыльный получается «Черный квадрат»? Да я без дупля. Я спроси у него, мне честно даже не интересно. Мне просто интересно, вот помимо концертов, студия, еще есть по-любому какие-то дополнительные продукты. Я понимаю, что студия — это 3 копейки вообще. Да? То есть настолько неприбыльная штука. Ну, это популяризация больше всего, да? Да, конечно, популяризация какая-то, реализация там педагогов, как у нас, реализация ребят. Но ты там как хобби? Конечно, да. Нам платят, конечно, за обучение, но это для меня это не то, чтобы меня мотивировало. Я за эти деньги не буду идти. Просто я понимаю, что мне это нравится. Я же человек, который... у меня счастье ориентируется на реализованных потребностях. Я понимаю, что когда мои потребности реализованы, я счастливый. Чем больше реализованы, тем больше счастливее. И я понимаю, что театр реализовывает какие-то из моих потребностей. Ну все, я этим занимаюсь.
вернемся к вопросу, что я хотел тебе задать. Чем отличается психолог от гештальт-терапевта? Ну, психолог – это человек, который выучился на психолога. Да. А гештальт-терапевт – это который на гештальт-терапевта. Гештальт-терапия – это, ну, грубо сказать, это психотерапия. Это общение, работа через разговор, угу. Условно, да? Работа через разговор. А психолог, когда он работает, он кроме разговора, он использует тесты, вспомогательные материалы. Mm-hmm. И психология – это наука. То есть, если мы возьмем и протестируем вот этих окружающих людей по какому-то тесту 100, и выявим их какие-то там, не знаю, личностные характеристики, а потом возьмем других, протестируем, и мы поймем, что они где-то там будут схожи. Mm-hmm. И то есть, мы можем сравнивать или там через время проведем анализ, мы поймем, что да, есть какие-то изменения, но есть стабильность определенная. Это наука. В психотерапии, ну, научности не может быть. Мы не можем одни и те же результаты применить к другому человеку. Mm-hmm. С каждым человеком это индивидуальная история. Вот. Плюс психология, она же занимается еще описательной штукой. Там, что такое характер, что такое личность, что такое там даже, наверное, психология, да, интеллект, как работает память. Mm-hmm. Значит, это все предмет изучения психологии. А в терапии это прикладная штука. Ну, правда же, что в терапии работа идет максимально с реальностью. В гештальт, да. Я считаю, да. Потому что, ну, столкновение с реальностью. Психологии, да. Я считаю, что зависит от учителя в первую очередь, конечно же, от психолога, точнее. Потому что бывает, что навязывают свое, либо навязывают какую-то другую ситуацию. Ну, даже взять эти вспомогательные какие-то вещи, что ты говоришь, да? Да, тут, знаешь, как я понимаю твой вопрос. В психологии очень много методик, угу. описательных, которые, ну, там, тестов, техник, которые могут описывать, например, там, личность. Ты вот такой и такой, угу. тебе расписывают. То в терапии такого нету. Чем мне нравится тот же гештальт, я говорю только о гештальте, да, что я не знаком с другими, ну, или знаком, но я не проходил полные курсы других подходов. Там мы узнаем, интересуемся человеком, какой он есть, как сложился, и человек рассматривается в динамике. Угу. Есть такое понятие, как ну, чем отличаются разные подходы терапевтические. В основе у них лежит то, как они относятся к личности. Угу. Теория личности, нет, определенные концепты личности. И вот у гештальта это один подход, рассматривается человек как динамическая структура, постоянно меняющаяся. Вот. В других подходах по-другому относятся. Mm-hmm. И в зависимости от того, как мы относимся, что мы считаем человеком, личностью, так мы и работаем в этом направлении. Как ты вообще пришел к тому, что хочешь именно выбрать этот инструмент гештальт-терапии и стать психотерапевтом? Слушай, вообще плевался, когда пошел такой, думаю, ну, похожу, типа, интересно было еще психология, кроме юриспруденции. Mm-hmm. Думаю, ну, я психотерапевтом я не буду. Это работа для старых пердунов, типа таких, кому за 80, в цветных носках сидеть на стуле, что-то там умничать. Думаю, ну, так, а я же управленец, я буду mm-hmm. рулить компаниями, корпорациями буду управлять. Вот я уже там сотни с чем-то людей управляю, круто получается, я хочу больше, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, типа, поучусь, интересно, для mm-hmm. себя, для себя, знаешь так. И вот я учился для себя и понял, что потом начались учебные у нас, очень много, ну, гештальт обучается 99% на практике все. Угу. Ты с собой работаешь, потом работаешь с человеком из группы, и так постепенно ты научаешься. Вот, передается мастерство. И потому что, ну, самому по книгам выучиться гештальт, я не очень в это верю. Да, если на психолога можно, а вот на психотерапевта нельзя. Это как лепить горшки. Мастер должен передать навыки. Вот. И постепенно я понял, что мне нравится. Mm-hmm. Потом я увидел результат других людей, как им заходит, как нравится, моих же там одногруппников. Потом начал брать первых клиентов, достаточно рано начал работать за какие-то там небольшие деньги. Вот. И пошло, и вот так я гештальт-терапевт. Так все же, Саш, как ты узнал тогда о гештальте? Потому что ты как я узнал? Да, вот мне интересна была психология. Я начал интересоваться, думаю, пойду в Драгоманово поучусь. Угу. Поспрашивал, понимаю, идея была какая? Я был молодой парень, думаю, куча девчонок будет. Это ж классно, они ж на психологов учатся. А потом думаю, ну зачем мне? Мне же не ради корочки.
И я что-то не поверил, что там хорошая какая-то интересная учеба будет. Вот поспрашивал, говорят, ну такое, типа. Думаю, куда же пойти? И мне тут один Виктор, знакомый мой, дружбан и директор ЖЭКа, говорит, на гештальт не хочешь? Говорю, а что это? Что это за слово такое стрёмное? Говорит, ну вот пойди там, тыры-пыры. Ну и пошел на первую встречу. Мне понравилось, да и все. Что ну, как встреча анонимных алкоголиков выглядит. Ты сразу на групповые, правильно? Потому что там же вроде только и групповые проводятся. Но есть личные часы и я пошел, встретился, говорю, а можно мне встретиться с человеком, который будет преподавать, чтобы он рассказал, что это? Он говорит, ну типа узнаю. Узнал, говорю, да, можно. Там на полчаса с тобой потренди, позадаешь вопрос. Говорю, окей. Что то, что я рыл в интернете, вообще невозможно понять, что это. Кому-то позвонил какой-то там в школе, типа. Она говорит, поехали на интенсив. 500 баксов. Какой интенсив? Что за интенсив? Куда-то с какими-то людьми на 2 недели в какие-то Карпаты отдать 500 баксов. Если мне не понравится в первый день, вернуть можно, нельзя. Говорит, что за бред? Ну, у них с маркетингом бедося, да? Нет, чтобы встретиться со мной. Я уже такой, я бы, может, и поехал, знаешь. Вот. И я, короче, пошел встретился с Сережей, с моим будущим потом уже преподавателем. Сережей, и ни хрена я не понял после этой встречи, что гештальт. Стало хуже только, думаю, ну черт с вами, что мне там типа 120 баксов жалко, пойду на 3 дня посижу с вами в этой группе, чему будут учить. Пришел, все в кругу, все говорят, здрасте, я то-то, то-то, рассказывают про свои бедоси какие-то, думаю, куда я попал, первое ощущение это было что за дичь вообще, ну и в этой дичи я остался на 9 лет. Ну вот тогда вот скажи за свой опыт, за 9-летний стаж, да, в гештальт-терапии, основные фишки, которые себе дал гештальт. Как-то тот же Сережа сказал, что через психотерапию человек меняется в геометрической прогрессии. То есть сначала ни хрена незаметные изменения, либо очень мелкие, а потом щелк-щелк. И вот со мной вот слово в слово все произошло. Сначала я такой, ну типа, ну прикольно, ну что-то понял, ну где-то там позлился на кого-то родителей, да, выпьем за родителей, вот это вот все обязательное в терапии. А потом я понял, что щелк-щелк, и я очень сильно другой человек. Но не прям другой какой-то левый, а как бы я, который доволен собой больше, чем тот, который был до этого. Новая какая-то апнутая какая-то версия, апгрейд такой произошел. Вот. Я понял, что самый лучший в мире тренинг – это вот как раз такая глубинная работа, потому что она меняет там прямо где-то в исходном коде практически. Ну, что в тебе изменилось, как ты чувствуешь? Я стал уверенней, начал принимать свои какие-то штуки, которые мне внушали по жизни, что это хрень, это плохой мальчик так только делает, да? Ругаться матом нельзя. Вот. Ну, условно, да, начал принимать. И свободы очень много. То есть я понял, что в 28 или 29 лет, я помню этот момент, я часто его рассказываю, я помню, я вышел из квартиры, и спускаюсь, у меня такой склон, вот как вот здесь такой, знаешь, есть, к метро идти. И я иду, и понимаю, что, черт подери, наконец-то я счастливый человек. Я понимаю, вот оно, вот все, я делаю, что хочу, живу, как хочу, и вот... И многие же могут делать, что хотят, но нет внутреннего позволения. Потому что так четенько вшиты какие-то установочки, убеждения, какая-то модель поведенческая бабушки, дедушки, папы, мамы. И вот и личность входит в конфликт с этим. А я понимаю, а вот все, я не ухожу уже, мне хорошо. Вот. Как? У тебя есть дети? Нет. Я не женат, детей нет. Ну, планируешь? Ну, в перспективе когда-то, да. Вот смотри, как психотерапевта тебя спрошу, да? Вот я, мое понимание такое, что основные проблемы, которые являются у человека сейчас, это все с корней. То есть корни – это детство. То есть это мама, папа – это первоначальный этап, в котором нужно работать. Это мое мнение, то, что как бы пока что это актуально в моей голове, да? Как воспитывать ребенка, вот, например, насколько давать свободу вот этого, да, то есть не ставить рамки, границы, что самое важное? Я без дупля. Это было круто, конечно. Это честно.
Ну, я не работаю с детьми, я работаю с теми, кто уже покоцанный. Я же тоже не задал тебе вопрос, какую ты выбрал направление, потому что я знаю, там есть работа с наркоманами, работа сексуальная, там, где насилие. Зависимые, сексология, да, есть такие направления, дети, семейная терапия. Я выбрал оргконсультирование, организационное консультирование и сексологию. Вот я в этом направлении, как гештальт-терапевт. Основные мои клиенты, которые приходят, это экзистенциалочка. Те, которые приходят с экзистенциальными кризисами, люди, у которых умирает смысл жизни. Что это такое? Когда умирает смысл жизни. А, то есть это, когда, грубо говоря, петля на шее, да? Нет, это когда человек живет и понимает, что социально у него охрененная жизнь. Есть машина, квартира, работа, бизнес, бабло, любящие эти, а ему внутри никак. Это выгоревшие, вот, экзистенциальные кризисы. Сколько тебе лет? 24. Рано еще. Тебе знать, что это. Рано. Хоть сейчас раньше уже начинает, но пока рано. То есть это, простыми словами, эмоциональное выгорание, да, такое? Экзистенциальный кризис, эмоциональное выгорание – это разные штуки. Это разные штуки. Да, я спец в эмоциональном выгорании, у меня и тренинги есть, и в корпоративном мире я провел, не знаю, больше 50 тренингов по этому. Только за года два, наверное. Вот. Но это разное. Ну вот экзистенциалка – это про смысл жизни. Зачем я живу, куда, нахрена. Вот. Вот это вот все мое любимое. Так, ну смотри, ты такой спокойный, ты такой, внутри видно, что ты позитивный, ты мега спокойный. Как ты преподаешь импровизацию? Вот какой ты вот там? Какой я там? Да. Слушай, по-разному, все от настроения. Просто сейчас, вот, видишь, мы же общаемся с вами, я спокойный, мне чуть поправили спину, потому что я ее в зале подорвал там. Мне полегче стало, вот, поэтому я меньше злюсь на весь мир, вот, и я могу внутри отдохнуть, потому что целую неделю я страдал, не мог, как я не лежал, не сидел, оно все болело, вот, а преподаю я, вопрос задач, если я понимаю, что я на сцену выхожу, у меня включается Саша, который энергичный, то есть я выдаю ресурсы ровно столько, сколько организм считает нужным для этой ситуации. Это же не проблема больше выдавать, понимаешь, вообще ни секунды не важно, я могу жестикулировать больше, орать, сколько угодно, нахрена, объясни мне. Понимаешь? Да. Вот, все же должно быть соизмеримо цели. Ну, давай тогда перейдем к основным продуктам, то есть у тебя сейчас идут онлайн-курсы. Да, основные у меня продукты сейчас два, и третий вот я новый создал, и очень радуюсь, потому что получилось лучше, чем я хотел. Первый курс, это ему уже 8 лет, это тренинг «Открой рот» про публичное выступление. Это микс гештальт-терапии, психологии и импровизации. Это вот такое три единства. Вот. Он есть в двух форматах. Есть формат интенсива в онлайн, в офлайне, живого, живой интенсив, двухдневный, и потом месяц поддержки в онлайне. Таким образом, человек учится выступать на камеру и преодолевает какие-то кошмары выступления. И есть онлайн формат, очень популярный, много рекламы, может, ты даже видел. Видел, конечно. Да, это интенсив пятидневный, и потом месячный курс работы на камеру, прокачки уверенности в себе. Ключевая штука, что там человек может переписать свое детство. Что я имею в виду? Когда-то в одном американском штате, не помню в каком, в Википедии написано, один психолог придумал эксперимент. Не эксперимент, у него посетила идея. Он подумал, а заикание это вообще, издалека расскажу сейчас, а заикание это может ли быть такое, что это психологический феномен? Что дело не в гортани там и что-то там с мозгом связанное, да? Вот, в дефекте условно, а вот психологический какой-то защелк. И они приехали, его коллега очень потом стала, знаменитая эта барышня, еще пару психологов, ее какие-то там ассистенты, они приехали в этот штат и в школу-интернат. И класс один на 16 человек, там был класс, девочки, мальчики, они разделили на две части, 8 и 8. И первой части детей они хвалили. Ты молодец, ты справился, красавчик, вот это ты рассказал, там, ну, красавелла. А им было там 7-8 лет, что-то такое. Вторую часть только гнобили. А голову ты не забыл? А что ты сейчас сказал? Ты подумать лучше можешь как-то? Соберись.
А что ты молчишь? Ты быстрее можешь разговаривать вообще? Когда они пересказы какие-то делали? Пересказы, критика. Критиковали. И обратили внимание, что во второй группе дети начали замыкаться в себе. У них пропало желание, которое было ходить в школу вообще, там на учебу приходить. И некоторые из них начали заикаться. Как ты думаешь, сколько по времени длился эксперимент? Наверное, день. Месяц. Месяц. То есть месяца достаточно, чтобы некоторых детей, человека, чтобы некоторых детей, да, сделать заиками. И к чему это я? У каждого из нас какая-то была школа, какое-то окружение в семье, какие-то соседи, какой-то двор, какой-то институт, какие-то родители. И не факт, что они были грандмастерами педагогики. И курс «Открой рот» — это про возможность переписать вот это гнобление, которое было в детстве. Это моя такая очень высокая планка для себя же. Я постоянно его улучшаю, модернизирую и так далее, чтобы он мог помогать людям вот, относиться по-другому к себе. Мой любимый, много очень положительных комментариев, мой любимый, чтобы ты понимал, что курс не просто про работу на камеру, это так, на поверхности замануха. Люди все там снимают на камеру себя без проблем через 2 недели после курса. Штука курса в другом. Как-то спать ложусь, и приходит сообщение в личку, написала одна из участниц. Говорит: Александр, спасибо вам большое за курс. Он так на меня повлиял, что я отменила пластическую операцию. Я всю жизнь жила и не принимала свою внешность. И после вашего курса я поняла, что все нормально с моей внешностью. Потому что вот эта история про голос. Через 7 дней в среднем проходят кошмары своего голоса. Знаешь, бывает, тебя такое на диктофоне включил, говорю, что? Вот это все, 7 дней мне надо, и у тебя все пройдет. Вот. Про внешность, непринятие себя. Любовь к себе – это не то, что ты красивый или некрасивый, по Платону там, ты линеечкой меряешь свои пропорции. Любовь к себе, я считаю, эту фразу цитирую одного очень популярного психолога, Ялом вроде бы сказал, это разрешение родителей. Если человек себе не нравится, это как-то что-то с ним сделали, скорее всего, его родители, его окружение. Вот. И поэтому курс «Открой рот» — это про свободу, уверенность, харизматичность. Это возможность человеку. Моя любимая метафора — метафора дома. Что многие люди живут как такой 2000-метровый особняк с вертолетными площадками, бассейнами, кинотеатром. А чувствуют себя и проживают, и используют себя, как будто он живет в туалете, в коридоре и на кухне, понимаешь, у прислуги. И вот этот курс – это моя попытка помочь человеку раскрыть себя и ощутить вот этим домом, особняком на 2000 метров квадратных. И тогда его жизнь меняется. Он легко и просто знакомится с людьми, проявляет себя. У него меньше к себе претензий и защелков каких-то. У него возрастает уровень свободы, уверенности. Он начинает больше зарабатывать, он начинает по-другому строить свои отношения. Меняется жизнь. Давай сразу скажем, что у Саши интенсив сейчас по акции. Ну, правильно? Мы делаем интенсивы, чтобы показать людям, как это работает, чтобы вы попробовали, проверили на себе. Он стоит $9. Да, вы можете перейти. Мы там ссылочку обязательно оставим. Да, это как, вот знаете, вы ходите в магазине, к вам с пробничками духов подходит. Да. Ну, такое, чтобы попробовали, чтобы не было... Ну, за $9 это та цена, за которую можно разобраться, надо тебе или не надо. Да, мы тоже с женой практикуем такой момент с малыми. То есть у нас есть старший и младший, 5 лет и 1.5 годика. И знаешь, когда старший обижает младшего, мы не ругаем старшего, а мы жалеем младшего, чтобы он видел вот то, что, ага, значит, так круче быть, типа не обижать, не бить. То есть такой тоже эксперимент, знаешь, начали свой внутренний. Саш, помимо «Открой рот», какие у тебя еще есть продукты онлайн? Еще у меня есть антивыгорание. Это для тех, кто чувствует, что хорошо живет, соседи завидуют, а радости нет. Вот выгоревшие на работе, в жизни люди, уставшие из-под гнета тещи, знаешь, жены и шефа. Вот эти люди. Третий это вот моя будет новая гордость. Запустили мы курс «Цель».
Я очень много смотрел, и много у меня было запросов про ТКСА, Александр, как достигать цели, ла-ла-ла-ла-ла. Я долго бегал от этой темы, и потом влез. Почему? Потому что я подхожу к цели не как поставить цели и двигайся. Знаешь, как вот эти первые американские коучи, которые приехали и говорят, то есть технологию тебе их расскажу, постановки цели. Напиши $1,000,000. Чувствуешь что-то? Пока нет. Хорошо, теперь за что ты купишь за $1,000,000? Дом. Зайди в дом. Ручка, резной лев, в доме бассейн, то ага, что еще у тебя? Маленький вертолетик, класс, еще что, модель, жена, класс, машина, Феррари, конечно же, Ламборгини Диабло, супер. Все, кайфуешь? Да, теперь иди достигай $1,000,000. И люди такие, там она, вот, и идет, достигает 0.5%, да? А почему так? Я долго задавался этим вопросом, с хрена ли одних мотивирует, а других нет. Вот. И мне кажется, я нашел ответ. Все дело в потребностях. И когда мы ставим цель, я на себе это экспериментировал 10 лет, да? Когда я ставлю цель на потребностях, на то, чего хочет я, моя психика, мой организм там внутри. Потому что если мне сейчас скажи, там, Саш, Феррари, я понимаю, что она мне никак. Да, прикольная машина, если бы ты подарил, я бы согласился. Но менять свою там личную жизнь, там, время там, на Феррари не готов. Но если скажешь там, а давай в другой стране тренинги будем запускать. Я такой, нахрен, вот это все, поехали туда. Вот, да, вот, поэтому, когда человек понимает свои потребности, осознает их и цели ставит на своих потребностях, на энергии, которые они выделяют. Потому что когда потребность формируется внутри организма, она уже заряжена энергией. И это, на этой же энергии ее можно реализовать. Как-то так все создано. Правильно я понял, что если я приду на этот курс, он мне поможет найти именно свои потребности. Да, понять, чего ты хочешь, именно ты, а не ты вступил в чью-то цель, идею. Да, тебя вовлек какой-то дядя, тетя в свои мечты и цели, потребности. Понять свои потребности, на них научиться ставить цели, разобраться с этим. И это профилактика, в том числе, выгорания. Потому что, как я понимаю, начинаю превращаться в грустишку, я открываю, у меня есть файлик один, я туда смотрю, тыкаю себя и читаю, и понимаю, чего я из этого не делаю. Вижу вот это, начинаю это быстро делать, если есть возможность, и снова возвращается состояние потока. Это такая, про постоянную жизнь в потоке. Вот. Поэтому сейчас у меня как раз закончились уже тесты этого курса. И сейчас еще парочку мы проведем в офлайне и буду упаковывать его в онлайн. Сколько у тебя студентов в общем прошло? Открой рот, интенсивы тоже давай возьмем полностью. Сколько привлек этот курс? Больше 17 тысяч. Больше 17 тысяч. Ну вот, открой рот, только 16-17 тысяч интенсив прошло. А если еще добавить этот курс, плюс выгорание, если брать корпоративных клиентов, которых там, ну, бывали выступления на 500 человек, бывает на 100, на 30. Поэтому я думаю, что больше 20 тысяч человек, которые меня где-то видели, знают в этой стране, в СНГ и так далее. Ты на данный момент полностью счастливый человек? Хороший вопрос. В целом, да, есть какие-то штуки, которые хочется больше. Какого-то личного счастья. Понимаю, что вот недавно я разошелся с девушкой. Ну, все живые люди. Я понимаю, что это меня подгрущивает, да? Поэтому в этой сфере не могу сказать. Но я прихожу там или делаю собрание, смотрю на результаты учеников. Я понимаю, что вот здесь я кайфую и счастлив. Я встречаюсь с друзьями, я счастлив. Я вижу своих родителей довольных. Я помог им там купить дом. Они живут, отец себе купил машину, которая ему нравится, они там ездят, катаются по родственникам, я радуюсь, что у них все хорошо. Понимаешь, и это про счастье, про радость. Поэтому в целом, да, есть какие-то моменты, которые я постоянно подправляю. Ну а какие у тебя сейчас потребности? Какие сейчас потребности в целом? Да. Слушай, потребности все одни и те же. Мне нравится, вот у меня есть потребность приносить пользу. С хрена ли она у меня возникла, я не знаю. Я просто на нее сажусь и приношу пользу. Вот. Как-то проявляться. Я играю в театре, закрываю потребность. Но есть потребность у меня в отношениях каких-то классных, которые бы мне заходили, нравились. Это пока не закрыто. Но я работаю над этим. Как-то так. Саш,
смотри, у нас платформа запускается, да, Nomad Family, в которой есть резиденты, эксперты. Так как у нас программа цифровой кочевник, да, идеология у нас составляется там с 8 флагов, второе гражданство, резиденция, там бизнес зарегистрировать в другой стране. Ну, то есть все этапы, которые тебя делают также свободными, да. Ты говорил в начале нашей программы, что ты не считаешься цифровым кочевником, но... Ну, слушай, ну работаю в онлайне, то есть я могу с любой точки мира работать, это вот, правда. Вот за это, как бы, мы очень бы хотели с тобой продолжить какую-то работу совместную, да, как бы на нашей площадке будет аудитория, например, начать с того, чтобы даже для них продавать курс «Открыть рот», да, «Открой рот», и там специально там группами именно там с нашей аудиторией, чтобы заниматься. Вот такого формата мы приглашаем тебя стать, ну, резидентом нашего сообщества, да, по теории флага это у нас идет сознание. Осознание у нас очень широкий спектр будет тренеров, которые на сегодняшний день уже там около 2-3 есть именно на этом флажке. Так что будем очень рады, если со временем мы... Давай общаться. Да, да, то есть обязательно будем общаться. Друзья, ну что же, у нас сегодня в гостях был Александр Олешко, гештальт-терапевт, импровизатор, учитель, предприниматель, да? И... Хватит. Да. Подписывайтесь обязательно на наш канал, мы оставим на Сашу все ссылки, также на курсы, на инстаграмы, на телеграм-чаты какие-то, которые дадут нам в бесплатном доступе для вас, где можно познакомиться с другими ребятами. А так вот, от тебя какую-то фразочку хотелось бы. Фразочку? Да, такую. Знаешь, финальную. У меня есть, мы с тобой про много поговорили, еще вне, пока звук был не включен, ты рассказывал про свою жизнь. И мне кажется, вот эта фразочка, у меня есть любимое высказывание, которое там у нас идет на браслетах, даже на блокнотах везде. Я хочу вам его подарить. Я считаю, что это принцип эволюции. Называется это все «меняйся или сдохни». Ну, взлетай уже! Поэтому, друзья, меняйтесь или собирайтесь.